Из-за проблем с самолетом рейс застрял в аэропорту на несколько часов. Судно авиакомпании «Победа» должно было улететь в Москву в 7 утра. Пассажиры прошли регистрацию и уже сели на места, но потом их попросили вернуться в аэропорт. Людям сказали, что у самолета технические неисправности. В итоге пассажиры прождали больше 4 часов, только после 11 их отправили в место назначения. Командир воздушного судна объявил, что неисправность все-таки устранили. Свои искренние извинения за вынужденную задержку рейса по технической причине нашего самолета. На данный момент мы поменяли запасную часть, поставили новую. И через 5 минут планируем приступить к буксировке, запуску двигателей.